Это вот эта тачка, которая не выдержала транспортировки. Да, ее все разорвало. Так, смотри, какой толстый швеллер. И все равно не выдержала, разорвала. Она бы вообще выскочила из-под автобуса, и он бы боковиной бы рухнул на асфальт. Но он уперся этим швеллером в кронштейн рессоры. Это его спасло. Капец, а если бы выскочила, еще кого-нибудь дала бы, да, со всей дури? Во-первых, это неизвестно, куда бы улетело. Во-вторых, вот это бы все смяло бы моментально. Он бы лег, и вот эти свои борта бы красивые бы все сюда позагибал.